Вот. Вот она. Помяукать пришла. Вот такая красотка. Веня, ты звезда. Звезда, да. Ой, какая красивая. Как там говорят, выигрывает тот, кто умеет ждать. Вот. Нас в прошлый раз отсюда, собственно говоря, погода, конечно, выгнала. Ну, точнее, состояние грунта, потому что было невозможно работать. Было очень пыльный грунт, и он не трамбовался. Мы подождали недели две, фрезеровали тогда. Ну, когда приехал, когда не смог затрамбовать, я лишь отфрезеровал поверхность. Ну, собственно говоря, после нескольких дождей поверхность набрала влагу, и мы можем теперь выработать все это. Поэтому сейчас мы выиграем эту битву. Вот. И вот она нам это подтверждает. Вот. Нет, не хочет никак позировать. Никак не хочет позировать. Убегает. Ну что ж, работать надо. Правильно, надо работать. Вот наиболее точной фраза, которая характеризует это состояние, является картина маслом. Состояние грунта, ну, прям, наверное, наилучшее для того, чтобы садить газон. Территория чистая, в меру влажная, красивая. Эту территорию мы не планировали. Планировкой занимались заказчики самостоятельно. Ну, за что им честь и хвала, в том числе. Вот. Шаги от финала. Такие объекты. Всегда работать в удовольствие. Пойдем доделывать. Ну, какой сегодня день? Да хороший день в итоге. Ну да, на одном объекте нам не удалось посадить газон. Ну а другой-то объект исполнили. И все на нем. Хорошо. Ну, сейчас в завершении дня еще на третий объект заглянуть, посмотреть одним глазком, какой там грунт. Можно ли его завтра будет в газон катать. Ну и на этом сегодняшний день будет завершен. Комфортных территорий вам. Увидимся.